Как там говорят, Валера, настало твое время. Я давно хотел себе прикупить классный набор. Я его уже давно прикупил, ликотовский. У всех рано или поздно ремонтников случается момент в жизни, когда попадается крепеж с полностью слизанными гранями. Пошли, покажу. Короче, приехал ко мне приятель на вот таком вот трахмобиле веселом. И нам сейчас надо поменять масло, но у него на болте тут вообще ничего нету. Вот если посмотреть. Ну, то есть тут вообще все плохо. Сашка сейчас попробовал при помощи пневмогайковерта и сделал из нее совсем кругленькую, красивенькую. В общем, у нас есть отличная штука. Я ее показывал у себя в одной из серий «Твоя мастерская» и все такое. В общем, у нас есть головки с приблизительным размером, под который нужно откручивать. Там на сколько? На 19? 17. 17? Так, вот у нас есть на 17. У нее профиль вот такой, с закруглением как бы, то есть спиральным, на отворачивание. То есть, если нету граней, берется вот такая вот головка. Мой любимый высокоточный инструмент. И сейчас мы попробуем, работает ли эта штука. Ну-кась, угодь. Так, по идее должно работать, то есть единственное требование, про которое Петя говорил, это не откручивать ударным инструментом эти штуки, то есть только ключом. Наверное, вот так вот лучше. Сейчас мы пол мотора отобьем, мотор у нас из прессованного риса сделан, может поломаться. Ну вот вроде бы все. И знаете, что еще самое интересное? По иронии судьбы, у меня нету ни единого квадрата на 3/8, кроме как на динамометрическом ключе. У меня весь инструмент либо на 1/4 дюйма, либо на 1/2. И вот это вот единственный инструмент в моем гараже, у которого есть квадрат на 3/8 дюйма. То есть это единственный способ сейчас у нас всю эту хубалду открутить. Хоть подлазит, и то хорошо. То есть мы сейчас, как истинные нубы-нубские, будем динамометрическим ключом все это откручивать. Ого! Опа! Пошло! Так, это сейчас масло польется, да? Угу. Отлиточно. Так, я это тогда сейчас снимаю. Нам нужен тазичек. Ну, то есть, идея, самое главное, что она работает. И вот, ну, когда есть вот такие задачи, вот реально попробуйте чем-то это все открутить. Хрен из два это получится, если нету, допустим, там сварки, болгарки. Так что вот это вот классное изобретение мне нравится. Я давно хотел его попробовать. Это случается редко, но так метко, что на самом деле решить эту задачу по-быстрому не представляется возможным без специнструмента. Вот такого, к примеру. Так что если вам что-то подобное надо, имейте в виду. И смотрите на болт. То есть вот от цветка, от этого остались такие вот именно зарезины, скажем так. То есть вот так вот он вгрызается в убитый крепеж. И теперь его можно совершенно невозбранно было выкрутить. Снизу там слюной. Че? Снизу слюной есть. Я уже крутил его. Отлично, нахуй мы ебались. А, там фильтр стоит. Вот здесь? Да. Два фильтра стоит. Ебать мой хуй. Три фильтра стоит. Так, я сейчас, подожди, я сейчас раму оболью. А, да. Это... Сливной снизу открути. Да, сливной, слизу. Сливной сними, а там стоит два фильтра. Два грубой очистки, один тонкой. На 17. Я уже открутил. Вон оно что, Михалыч. А я-то думаю, что ты мне... Меня манишь в своих красных труселях. Сейчас главное пальцы не ошпарить. Ай-яй. Короче, сейчас масло сольется. Я вообще не представляю, что это за болт тогда. Сейчас мне самому любопытно посмотреть, что там во внутрях. Вот приятель говорит, что там фильтр грубой очистки. Здесь фильтр уже тонкой очистки, я так понимаю. И с той стороны еще один фильтр. Такой же самый. Космические прям технологии. Ты знаешь, вот мой XR250 вообще реально каким-то ведром колхозным кажется по сравнению с этим мотором. При том, что этот мотор намного покапризнее будет, чем XR-овский. Все, выкрутилось. Сейчас еще любопытно. Ну, бежит, пускай бежит. Мне ж любопытно сейчас посмотреть вот здесь, что нарезалось. Какие грани.
Хотя теоретически мы сейчас можем немножко подзакрутить. Вот так вот. Вывернуть всю эту халабуду. Ага. Все. Мне ж надо телезрителям показать. Да сейчас пойдем, Саш, на свет. Показать, что остается от болта, если использовать такие специальные головки для откручивания крепежа. Мать твою, все пооблевал. Со слизанными гранями. Ух ты, елки-палки, как интересно сделано. Такой фильтр стоит обычно на Хондах в топливном баке. Только поменьше размерами. И в масляном баке такая же штука стоит на двухтактниках, чтобы мусор не попадал в масляный насос. Пошли, поглядим. То есть этот цветочек, где он, кстати? А, он на ключе. О, смотри, заблестели граньки. Вот, как забивали, грани стали блестеть. Из черных стали блестящими. Не видно. Не видно? Фенал, а вот так? О. Видно, да? Тогда блестят. Теперь единственное, что тебе понадобится, услуги токаря, да? Мы скоро тут планируем станок токарный купить. Так что ты приезжай с ящиком пива, мы все это дело оформим в лучшем виде. Приваем гайку и... Ну ладно, в общем, на. Короче, мы победили.